Комиссионный магазин Победа. Видеообзор. Ноутбук HP. Внешнее состояние огонь. По экрану присутствуют два маленьких засветика. Если включать не белый фон, их не видно. Работоспособность не влияет. Технические характеристики данного устройства. Как вы просили, включили фурмарк. Но фурмарк вам здесь проверять бессмысленно, так как у него интегрированная видеокарта. Приложение фурмарк, оно нацелено чисто на проверку видеокарты, греется она и не греется. Так, затем... Техсостояние жестких дисков, то есть все в норме, SSD заряжался не так много раз. Далее, сенсор работает замечательно. Без каких-либо проблем. Подключили его к Wi-Fi. Проверим работоспособность клавиатуры. Секунду. Работаю через тачпад очень приятный и отзывчивый. Работает хорошо. Прошу прощения, что-то с фокусировкой. Клавиатура полностью исправна. Далее, что мы проверим? Включил режим самолета. Включим абсолютно любое видео. Динамики работоспособные. Ну и главная фишка данного аппарата. Секунду. То, что данный ноутбук может складываться пополам, и работать с ним можно чисто как с планшета полностью.
все места работают. Комплект, зарядное устройство и непосредственно сам ноутбук. USB-вход проверил флешкой, собственно, через которую устанавливал программу. Спасибо за внимание. До свидания.